творог «Устюг молоко» знают все давным-давно. А сейчас производитель сделал вкусный наполнитель. Оцени скорее, дружок, сладкий вкусный творожок. 12 января в Великом Устюге ожидается ночью пасмурная погода, температура воздуха -17, -18 градусов, ветер северный 1 метр в секунду. Днем ожидается переменная облачность, температура воздуха 18-20 градусов мороза, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Компания «Металлбетонстрой» предлагает для вас железобетонные изделия любых размеров: песок, щебень и бетон собственного производства. Быстрая доставка и высокое качество. Также предоставляем в аренду спецтехнику. Ждем вас по адресу: Советский проспект, 271, территория судоремонтного завода. Телефон 275-90.